Всем привет, дорогие мои! С вами Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео мы с вами поговорим о классных новинках, которых очень много в каталоге 4. Каталог будет действовать с 06.03 по 26.03.2023 года. И первое, что я увидела, это, конечно, тушь. Они будут вставки, вы увидите подробно, как, что к чему. Также я поставлю свою вставочку, как у меня получилось. И могу сказать, что я с этими тушами проходила огромное количество времени, и мне очень-очень понравилось. Я ходила с ней 3 или 4 дня в связи с тем, что у меня был форум. Очень классный, суперский мега-форум. Мы, конечно же, ходили как раз-таки вот с этой тушью. И я вам могу сказать, что она не размазывается, она не осыпается. Она супер-мега удобная, супер-мега классная, и вообще никаких нареканий у меня к ней нет. Так, ну что ж, пойдемте. Первая страничка у нас идет тушь с эффектом наращенных ресниц 9,3 мл. Артикул 55378. Такая вот красоточка. В таком футлярчике. Артикул у нас переехал с дна флакона. А, кстати, наклеечки Faberlic. Буквально сегодня на момент съемки видео делала маникюр. Ну, очень понравилось. Прям, да, классно. С превеликим удовольствием сделала. Так, артикул 553.78. Вот такая вот она. Хорошо наслаивается, хорошо ложится. Нормальный такой объем, среднестатистический. Я не могу сказать, что она прям супер-мега много дает объема, но она очень хорошо удлиняет. Сейчас вот тут с краю вы в этом убедитесь. Тушь прям черная-черная-причерная. И высыхает она тоже черным цветом. То есть хорошая такая. Не суперугольная, но достаточно черная. Что мне в ней понравилось, я один глаз не стала смывать в один день. И, дорогие мои, я с утра встала, у меня 2-3 точечки под глазом осыпалось, а все остальное колом стоит. И я в шоке. Очень классная тушь. И у нее, видите, такая вот интересная кисточка. Угу. Такая вот однородная, удобная, силиконовая. Прикольная кисточка. Очень удобная. Я люблю, всегда любила силиконовые кисточки и всегда буду любить. Дальше. Вот эта тушь, это указано как суперобъем. Действительно, ресницы немножко короче. Это экстраобъемная тушь для ресниц 9,3 мл. Артикул 503.73. Отличная тушь. 503.73. Давайте будем ее смотреть. Кстати, они первый раз туго, очень туго открываются. Я прям удивилась, но почему-то не знаю, туговато они открывались. Закрываются хорошо. Тут уже немножечко другая такая вот кисточка. Она, видите, такая волновая. Ага, уже нацепляли волосиков. Она точно такая же черная, как и предыдущая. Никакого отличия нет. Обе туши черные, классные.
может быть, вообще-то нет, хорошая тушь, нормальная. Что она делает? Супер-мега объема я, конечно же, не увидела. Прям вот какой обещали, прям супер-супер-мега объем. Нет, но достаточно хорошо держит объем. Каждый уголочек, в общем, прокрашивает ресниц. И достаточно хорошо, нормально объемно. На четверочку. Объем на четверочку мне безумно понравилось. И вот если нужно будет, я закажу ее второй раз. Тушь действительно суперская, действительно классная. Также вы ее увидите тут во вставочках. В общем, обеими тушами я была довольна. Помните, да, у нас с вами была предыдущая тушь. Я была мягко шокирована ее качеством, потому что нижние ресницы слипались с верхними. Это было все неудобно. Я и красилась, и так и отправила ее в пустые баночки, потому что мне не понравилась предыдущая тушь. Вот эта тушь, я прям в восторге. Причем компания Faberlic нам дает эту тушь попробовать как бонус за покупку. Угу. Сейчас, после обновления сайта, у нас бонусы за покупку на втором шаге заказа. То есть вы не из каталога добавляете, как привыкли, а на втором шаге заказа, имейте в виду. Потому что просто из каталога добавив, вы увидите, что она будет у вас дорогой. Также, конечно же, я получила 300 с лишним карточек. Буду активировать с превеликим удовольствием. Ну и поедем с вами дальше. Тут прям целый многоступенчатый уход от вербены у нас с вами. Прошло обновление, я так понимаю. Это 7 действий против возрастных изменений кожи. Вербена идет у нас с вами 30+. Сокращает морщины, делает кожу мягкой, улучшает цвет, восстанавливает тонус и упругость, сужает поры, делает их менее заметными, выравнивает поверхности кожи, укрепляет защитный барьер кожи. Недавно общалась с косметологом. И она сказала, что умываться нужно прохладной водой, тогда поры расширяться не будут. Вот, а я, в принципе, люблю горяченькой. Ну и так, первый уходовый слой у нас с вами идет гель, который дарит свежесть и чистоту. Вот такой капельки хватит и на зону декольте и так далее. Запах. Вы знаете, практически никакого запаха не чувствую. Есть немножечко, но он очень-очень такой мили-мили-мили. Итак, давайте же по традиции увеличим полностью всю аннотацию, чтобы у вас был и состав, и срок годности, и где произведено, и стомеле. Можете ставить на паузу, читать, смотреть, выбирать. Да, вот состав, способ применения. Ну, понятно, он умылся, намылил, смыл. В общем, отлично, качественно. И я честно вам скажу, мне очень понравилось то, что оно еще, он очень густой, как вы видите, он еле-еле бежит. И из-за этого мне очень нравится, когда тюбик стоит таким вот образом. То есть таким вот образом он встал, и он стекает, и полбанки вот так вот по периметру изнутри оно не размажется. Вот это тоже как бы удобно, спасибо компании Faberlic. Дальше, второй у нас с вами слой, это, конечно, молочко. Молочко мне тоже от вербены всегда нравилось, и я его очень часто заказывала. Так, в руки, конечно, я взяла тоник, это уже последний слой. Так, мицеллярка, вот, милк, молочко. Оно идет 100 мл. Это молочко, оно очищает и увлажняет. Оно идет для всех типов кожи. Артикул 0986, 100 мл. Такая вот у него прекрасная аннотация. Оно тоже уже идет ухаживающее. И предыдущую версию молочка я заказываю по много-много штук. Почему? Потому что вот это именно тот самый уход, которого мне не хватало. Давайте посмотрим молочко. Его, кстати, тоже, слава богу, удобно ставить. Наоборот, оно густое, как вы видите. Вот то, что я выдавила, это, в принципе, на два раза. У меня тут перебор. Запах. Ну, запах есть вот этот вот виноградный предыдущий. Но, если честно, не очень сильно чувствуется. В общем-то, классно. Вот этим молочком после умывания я протираю кожу лица еще раз уже ватными дисками. Получается, наношу ручками и потом ватными дисками снимаю. И мне очень нравится. Второй этап – это мицеллярная вода. Я сначала снимаю косметику мицеллярной водой, если это сухая очистка. Или, если я иду в душ на ночь, то обязательно вербеной. Или-или. То есть одновременно я, конечно же, это не делаю. Потому что тут мицеллярный паф, что тут мицеллярный паф. Обязательно мицеллярная вода – это первый слой очищения. Она снимает косметику, она снимает ороговевший слой кожи, себум и так далее. То есть это не для того, чтобы протер лицо и нанес крем. Это очень опасно. Мицеллярная вода у нас с вами идет тоже объемом 100 мл.
объемом 100 мл. И она идет то же самое, с активным антивозрастным комплексом из вербены, который бережно удаляет макияж с лица, глаз и губ. Очень классная штучка. Я уже попользовалась, я уже в восторге. Мне все нравится, я давно заказываю такую мицеллярную водичку. Да, то есть обычная такая вот водичка. Давайте с вами посмотрим. Прям водичка, видите? Так, давайте состав кому надо. Почитаем состав изготовителя, все такое прочее. Я, честно скажу, очень люблю эту вербену, очень хвалю, очень рекомендую, потому что даже если у меня появляются какие-то прыщички, какие-то недостатки, я с превеликим удовольствием начинаю использовать вот это вот молочко, у меня все проходит. Без молочка, к сожалению, я не могу, чтобы у меня все прошло. Не знаю, что волшебно в этом молочке, но что-то вот мне именно лично, мне очень хорошо подошло. Ну и последний слой — это тоник. Когда мы тонизируем, даже, знаете, есть такое выражение: крем без тоника — деньги на ветер. Потому что тоник, именно тоник, это проводник всего. То есть он снимает, допустим, если вы воспользовались мицелляркой, он может смыть слой мицеллярки с лица и также стонизировать кожу. Поэтому я всегда после мицеллярки, после молочка, после геля для умывания, неважно, что у меня на лице, потому что мы умываемся, все равно хлорка есть в воде. Ну, хлорка не хлорка, но какой-то там есть же состав обезвреживающий в воде. И, конечно же, тоник, он и это тоже все убирает. Также он мало того, что очищает, он еще и тонизирует. И так и называется — очищающий тоник для всех типов кожи, 150 мл, артикул 0982. Предыдущий тоник вербена мне сушил кожу. Прям сушил, конкретно сушил кожу. В этот раз вроде бы я сухости никакой не почувствовала. И когда он у меня закончится, то бишь я перейду сейчас обязательно к нему, и когда он у меня закончится, я вам обязательно расскажу, сушит ли он кожу у меня, потому что у меня нормальная кожа, и с первого раза не бывает никаких нареканий. По идее, я сейчас перешла на тоник гиалуроника, он меня полностью устраивает, и захочу ли я менять тот тоник на этот, вот как раз таки увидим. Компания Faberlic мне выдала шанс попробовать новинку, потому что я вип-консультант и могу брать и пробовать продукцию за 2 недели до начала продаж. Это очень помогает, прям безумно классно помогает. Далее, недавно буквально вы видели в пустых баночках у меня вербену. Это дневной и ночной крем, day крем, такой вот классный, и night крем, ночной. То есть они одинакового цвета. У меня такое ощущение, что они одинаковой консистенции. Ночной крем более такой рыхлый какой-то, а дневной крем более такой плотный и белесый. Потом я уже почитала, что дневной идет с SPF 10, а ночной нам SPF 10, ну, по идее, не нужен, согласны. Впитывается отлично, впитывается хорошо. Есть еле-еле уловимый аромат вот этого вот красного винограда. Что он делает? Он смягчает, увлажняет кожу. Увлажнение тут действительно на уровне. У вербены еще есть увлажняющая маска, которую я тоже очень-очень люблю. Там прям такой наношу толстый слой. Классный. Все, что не впиталось, я просто убираю бумажкой. Бумажкой. И я вам могу честно сказать, это суперски. Это из разряда «меня покажи, меня покажи», да, Алис? В общем, вербена супер-мега-класс. Я ее прям вам всем рекомендую. И эта серия, ну, я вообще, это бомба, это огонь. У меня такое ощущение, что она отличается от предыдущей только тем, что она меньше стала источать свой аромат. Вообще прикольная такая штучка, классная. Пробуйте. Божечки ты мой, вот все нравится, все нравится. Так, вот это не новинка, но я вам сразу покажу цены, потому что потом мы перейдем распаковывать коробочку, и как раз эта коробка с этим мне пришла. Угу. Вот такая вот скатерть, кухонное полотенце, тут идет набор прихваток, фартук, в общем, все, что есть. Классная штука, заказываю ее постоянно, очень хорошее качество и так далее. Патчи тоже очень классные, мне понравились, они у меня уже в пустых баночках. Гиалуроновые мультифункциональные патчи, их тут 60 штук, цена 1200, тоже очень-очень классная, 0948 артикул. Далее вышел такой вот спрей с очень-очень ярким клубничным ароматом. Спрей для легкого расчесывания 100 мл. Перед применением встряхните, чтобы две фазы спрея смешались. Распылите на влажные или сухие волосы, не смывайте. Артикул 2810. Сама этим спреем очень часто пользуюсь. Да? Ну вот видите, первая фаза, вторая фаза.
Сейчас мы с вами сболтаем. Очень классно расчесывать ребенка после этого спрея. Вот буквально чуть-чуть, да, его хватает на очень долго. Буквально чуть-чуть, и ребенок все, он уже не вытряхается, ему все нравится. Хотя вот у нас Викуська, ввиду того, что у нас умная девочка, она прям ревела, когда ее заплетали. Вот ее чуть-чуть дернили, ей уже это не нравится. Она уже такая принцесса, она уже ничего не хочет. И предыдущих спреев у меня еще штуки 3 осталось. Вот этим спреем, ну, как вы видите, мы совсем чуть-чуть попробовали. Отлично, отлично. Волосы долго не грязнятся, долго не грязнятся. Себе нанесла, тоже очень понравилось. Гладкие такие, хорошие волосы. Не клочатся, сосульками не висят. Яркий аромат, в принципе, так средне долго держится. Может продержаться даже час. И я потом мужа спрашиваю, говорю, может, через час. Говорю, чем пахнут мои волосы? Он говорит, слушай, какой-то клубникой. Я удивилась, потому что я уже не чувствовала, он еще чувствовал. Поэтому вот этот 2810 спрей, отличное вложение в неплачущего из-за причесок ребенка. Можно даже так выразиться. Так как это новинка, давайте я загуглю аннотацию. Вот, и средство имеет мягкую формулу, как тут написано, для детей от 3 лет его рекомендуют. Вот тут идет составчик, все идет 100 мл, 100 мл. Вот такой вот классный спрей. Суперский. Слушайте, не вижу, где у него тут артикул. А, вот артикул. Боже что мой. Чем крупнее, тем меньше видно. 28-10. В общем, он мне понравился. Прям шикарная штучка. Супер. Ну и далее у нас с вами идет Витамания. Сочный арбуз, спелая дыня, лайм, тропические фрукты и так далее. Очень классная штука. Вы знаете, очень классно такое дарить. Во-первых, очень-очень яркие ароматы. Во-вторых, и в-третьих, гель для душа реально классный и густой. Да? То есть, вот смотрите, нормальный такой гель для душа. Хорошо пенится. Очень супер-мега яркий аромат. Вот у этого, допустим, вот самый первый, если его взять, это у нас идет витаминный гель для душа 380 мл. Действительно стоящая вещь. Очень поднимает настроение. Реально прям, ребят, поднимает настроение. Прям вот эти фрукты, они бьют в нос. Это значит, ананас у нас идет и лайм. Причем компания сделала курс на большую упаковку. Почему? Ну, сейчас вот вы видите и состав, и все. Компания сделала курс на большую упаковку. Из-за чего? Из-за того, чтобы экономить, больше быть в природе и так далее. Все-таки экослед – это очень важно для компании. Ананас и лайм идет артикул 2878, 380 мл. Он реально клевый, классный, освежающий, такой прям бодрящий, бьющий в нос. Прямо вот не постесняюсь этого слова. Он не источает аромат, он воняет. Да, ребята, он воняет. Он очень классный, суперский, просто суперский. Дальше у нас идет витаминный мисс для тела. Он тоже очень-очень интересный. Он идет как увлажнялка. Это не просто водичка, которой можно типа побрызгаться, а он идет как тропический фьюжн. Наполнит энергией, прекрасно увлажнит в летнюю жару. Я вот такие спреи вообще очень люблю в жару. А зимой, когда воздух в помещениях пересушен, станет дополнительным источником влаги, в котором так нуждается кожа и волосы. То есть его можно наносить и на кожу, и на волосы. В течение всего дня можно наносить. Он идет 120 мл, артикул 2913. Обычная вода, он волосы не загрязняет, не утяжеляет. Видите, обычная такая вот водичка. Очень приятный, яркий, такой кислючий, суперский аромат. Мне понравилось, прям понравилось. Дочка у меня его схватила, побежала. Я говорю, мама тебе вот такой отдаст. Ей прям понравилось. А старшенькая я имею в виду. Дальше идет прямо настоящий bubblegum. По-другому не назову. Это сочный арбуз и спелая дынька. Тоже 380 мл. Геля для душа получается артикул 2875. Пенится он хорошо, смывает хорошо. С первого раза вроде бы отлично отмывает. Тут содержится в составе и витамины, и фруктовые кислоты. То есть он ухаживает за кожей. Прям вообще типа ухаживающий такой. А что могу сказать по поводу пересушивания? Я не заметила, что он пересушивает кожу. Мне вроде бы как все понравилось. Я в восторге. Посмотрим, он закончится в пустых баночках. Я, может, по-другому скажу. Потому что я только-только ими по разу помылась. Я вот этим помылась, вот этим зелененьким помылась. Ну, яркий аромат. Обалденный, классный. Мужу как понравилось. Он, я хочу. Я говорю, погоди, стоямба. Мы с ним так прикалываемся. Я говорю, подожди немножко. Я говорю, сниму обзор, поставлю сразу в ванну. Он, ну окей. В общем, он счастлив. Витаминный мисс для тела увлажняющий 2911. Тот же самый спрей. Просто увлажняет, просто ухаживает за кожей. То есть вот таким образом, допустим, на себя нанесли и радуетесь. Прям аромат очень яркий, увлажняет, слегка чуть-чуть липнет, но эта липкость быстро проходит. Ну и доказательство того, что он действительно работает, а не просто так. Дальше. Вот этот гель для душа.
тоже очень классный, суперский, прямо шикарный аромат. Смородина и черничка. Ой, ну вообще, я не могу. Знаете, такой прямо, прям слюнки выделяются, когда вот такой вот у него аромат. Действительно классный. Он идет смородина и черника. Ну, больше, конечно, смородина. Тут перепивает чернику, я практически не ощущаю. Можно так сказать, практически не ощущаю. Тоже очень-очень классный. Ставьте на паузу, читайте. Ну, я думаю, составы тут особо не отличаются. Гель для душа 28,77. И мист для тела увлажняющий, ухаживающий 29,16. Берите с собой в отпуск. Просто супер. Дома вкусно пахнете. Не всегда пахнет парфюмом, можно и побаловаться, как говорится. Ну и последний спорный, лично для меня спорный аромат, манго и папайя. Вот никак не могу понять, нравится он мне или нет. Но вживую в жизни манго я не люблю. Ну вот нет же ж. Нет, все-таки мне не нравится этот аромат, скажу вам честно. Он яркий, он бьющий в нос. Он много кому понравился, много кто от него кайфанул. Он, кстати, прям густой-густой тоже очень. 380 мл, артикул 2876. Вообще никакого нарекания продукту нет. Не сушит, хорошо пенится, хорошо смывает даже самые неприятные ароматы. Не пересушивает кожу. Понятно, что какие-то интимные слизистые места я не мыла им. У меня есть гель для интимной гигиены, поэтому я не моюсь, чем попало, ввиду своего возраста. Но вот этот манго и папайя мне, ну, не кайфанула я. Вообще нисколько не кайфанула, а вот этот вот аромат я просто сам по себе ни манго, ни папайю не люблю. В каких бы я странах и городах ни бывала, слава богу, успели мы поездить, могу сказать, что нет, мне не понравился, я больше не закажу. Все остальные прям клево, особенно вот эти два, я прям обожаю их, прям суперски. Далее, еще такая вот одна огромная коробка, пришла она мне буквально недавно, это разные заказы, но, как вы видите, еще один каталог, но я вам сейчас ее тоже буду показывать, распаковывать. В принципе, вот так вот оно все происходит. Это еще один заказ, да, Signum One. А мне очень понравилось. Помните, я вам говорила, что он отлично борется с псориазом, он отлично борется. Действительно, у меня все уменьшилось в два раза. Плюс ко всему, начинается насморк, мажете, проходит. Начинается кашель, мажете там, где щекотит, тоже все проходит. Опухли, например, миндалины и так далее, мажете, тоже все проходит. У меня подруга-врач перед выступлением на форуме, обратите на это внимание, перед выступлением на форуме смазывала им горло. И нормально выступила, хотя она была тоже охрипшая. Артикул 158.15, называется Signum One. Сейчас мы переехали на новый сайт. На данный момент, на момент съемки видео, его не было в наличии. Но он появится обязательно. Скоро будут капли для зрения. Буду их тоже заказывать от чистоты. Говорят, прям зрение улучшается. У меня у ребенка астигматизм, но я не буду ребенку капать эти капли, потому что там написано, что они только для взрослых. Буду капать капли себе. У меня минус 5 с 4 класса. Зрение не улучшается, не садится. Я с ним ничего сделать не могу. Ну вот, посмотрим эти капли. Всю жизнь в очках, в линзах. Стоимость данного продукта по моей цене с 26% скидкой, ребят, 3700 рублей один флакончик. Три таких тюбика и 150 баллов практически личного объема готово. Очень крутая штука. И скажу вам честно, у нас когда проходил форум, все заболели. Мы начали пить иммуномодулятор, и у всех все прошло. Так, ну еще один каталог. Кстати, подарок наишикарнейший просто, ребята. Регистрируемся, получаем подарок. Попадаем ко мне в веточку. Я под вами буду строить структуру, команду. Это предложение только для тех, кто не зарегистрирован. Вы быстро выйдете на статус директора. Такой классный каталог. Просто бизнес на живом продукте, это шикарно. Это шикарно. Вот что не нужно в дом? В дом нужно все, абсолютно все. Так, далее. Набор прихваток, артикул 910-445. Это я решила, у меня скоро мамулька назад приезжает с папулькой, потому что ремонт у них еще не закончен. И это я решила мамульке на новую кухню, новые прихваточки. Но я думаю, что я еще закажу, чтобы ей послать 4 прихваточки, 2 скатерти и так далее. Я им заказала новую кухню. Они, конечно, сами выбирали цвета. Я с ними чуть-чуть поспорила, потом подумала, какое я имею право. Это их кухня, их цвета, и не важно, что я за нее плачу. И я промолчала, не стала ничего говорить. Но цвета, конечно, так себе. У кухни все разноцветное, но если им так нравится, уютно, то вот такие вот зеленые прихваточки у них будут. Еще классные вдобавок. Будет у них полотенчика, получается. Тоже классные. Фартук шикарный будет. Сейчас я вам фартук покажу. Так, значит,
фартук у нас идет артикул 910-444, 100% хлопок, размер 60/70. Чем понравился? Тем, что он обычный. Обычная такая грубая ткань, 100% хлопок. Это изнаночная сторона, а вот лицевая с очень красивым рисунком. Просто красивым, шикарным, цветастым рисунком. И тут такие вот идут лямочки. То есть, ну, лямка, вот что мне не всегда нравится, лямка не регулируется. Если тут мы можем завязать, как нам удобно, то тут люди же разных размеров бывают. Конечно, хотелось бы, чтобы лямка регулировалась. Но подшить шов вперед, это очень быстро сделать, по идее. Тем более моей мамуле, поэтому я решила не заморачиваться. Далее, такое вот полотенце. Оно вафельное, смотрите. Полотенчика вафельное, хорошенькое такое вот. Угу, я думаю, хорошо видно. Вот. Когда вот так в темную зону помещаешь, то хорошо видно, какое оно внутри, какое оно снаружи. Угу. Просто зеленый, очень свежий, классный рисунок. Кстати, оно не больно-то и маленькое. Так, артикул у него 910-443. Вообще шикарный подарок на любое время года. Размер 45/60. Ну да, не маленькое. 45/60. Хорошенькое такое полотенчико. Петельки куда вешать нету. Но у меня мамулька пришьет, я уверена. Далее огромная скатерть. Просто супер огромная скатерть, ее разворачивать не буду, вот, но она действительно супер-мега класс. Это артикул 910-446, размер 145/145. Ребята, она маленькая, она на маленький стол, она на обычный, вот наш, например, кухонный стол, мне надо две таких скатерти, поэтому я ее разворачивать не буду. У мамы есть маленькие столы, когда мы приезжаем, она очень любит скатерти, она очень любит их накрывать, поэтому пусть пользуется. Дальше носочки. Еще заказала, потому что классные подарочки. Но недавно смотрела женщину на ютубе, очень умную, классную. Она сказала, ни в коем случае нельзя дарить ножи. Если вы не хотите расставаться с любимыми, то ни в коем случае нельзя дарить часы и носки. Вот, поэтому оставлю их себе. Да, оставлю их себе. Размер у них 39-41, артикул 820-616. Или просто так дам. Скажу, что это не подарок, а вот, мам, ходи в носочках. Ну, что-то такое сделаю. Тут две пары, они классные, они суперские. Разворачивать тоже не буду. По той простой причине, что я их показывала в предыдущем. Вот такой пакетик. Суперский просто. Это под подарочек. Скоро 8 марта, и это будет под подарочек мамульке. Так, дальше. Чек, длиннющий чек. Опять-таки на 40 с лишним тысяч рублей. По моей цене скидка 15 тысяч рублей. Плюс все эти баллы, еще 23% объемной скидки сверху. Дальше. Мужские трусы размером 2XL. Это я не знала, что заказать в разделе 70% скидка для золотых VIP-консультантов. И взяла мужу трусы. Артикул 834-685. Как говорится, лучше взять, чем не взять. С огромной, просто с огромной 70% скидкой я взяла такие вот серые трусики. Очень классные мужские трусики. Прям шикарные. Так, тут что? А, тут какая-то еще наклеечка. Вот какая-то. QS2. Неизвестно что. В общем, мне понравилось. Понравились они. И год из года мы их заказываем. У мужа вообще никаких нареканий к продукту не бывает. А, вот это вот, наверное, Signum One. Да, 10 тысяч рублей. Да, это он. А, нет, кухонное вот тут полотенце. Нежность. Белый... А, цинк. Цинк. Цинк был со скидкой, всего лишь 444 рубля, да, вот видите, цинк плюс халат. И, конечно же, я заказала его очень много. Родителям, себе, мужу, дочке старшей, младшая тоже пьет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16, 17 штучек. Вообще я заказывала 20, но 3 мы уже вскрыли. 5 штучек я пошлю маме с папой домой. Как обычно, 5 штучек оставим дома. Это кажется много, с одной стороны. У меня действительно бывает около 1000-1500 баллов личного оборота. Я это не скрываю, но я все заказываю в дом. Но бывает такое, что вот одну банку у меня опять... Сегодня приходила мастер маникюра, она говорит, что это за цинк. Я ей рассказала, для чего он, какой он классный. Мы-то с вами же все знаем, а они не знают. Она говорит, вау, буду пить. Классно. Патчи 70% скидкой взяла. 500 с лишним рублей не стоит по ВИПу. Артикул 0946. У меня, возможность две такие. Заказала...
Очень классные ароматические диффузоры. Забыла заказать палочки. Но палочки я переставляю из одного в другое. Но вот если дарить, то палочки у меня кончились, к сожалению. Если придут до 8 марта, то буду их дарить. Если не придут, то ну все, буду дарить что-то другое. Без палочек дарить не буду. Energy – это яркий такой аромат мандаринки. Артикул 156, 10056 получается. Очень вкусный. Далее Happy, Sparkling Lights Happy. Это новогодний аромат, но он не пахнет елками. Он пахнет действительно праздником. Артикул 10081. Очень крутой аромат. Я везде его поставила. У меня его покупают просто десятками. Я уже, если честно, заказываю. У меня стоит в шкафу. Подруги приходят. Аня, у тебя есть? Я говорю, есть. Аня, дай в подарок куплю своим там кому-то на день рождения, еще куда-то. Вот сейчас даже не знаю, кто-нибудь придет, а палок нет. Палки забыла. Сакура Матча Теа Антистресс. Это стоит у нас в спальне. Бесподобный аромат. Очень вкусный, очень приятный, нежный, легкий. Такой, знаете, прям отдыхается с него. Очень хороший ароматик. Артикул 10057. И Black Amber. Это релакс, по идее, но это такой, знаете, на любителя, такой грубый. Амбра тоже безумно мне понравился. Я обожаю амбру во всех ее проявлениях, поэтому для меня этот аромат обалдеть. Подышать, послушать. Я его часто ставлю рядом с собой около компьютера, потому что реально такой дорогой, шикарный, классный аромат. Артикул 10058. Мандаринку я ставлю обычно на кухне, где-нибудь в коридоре, еще где-то. Вот. А все остальные я расставляю уже по комнатам, успокоительные. Антистресс, понятно, что в Якуське в комнату мы ставим на самую верхнюю полочку. У нее вроде бы приятный аромат дома, но ничего. Ну и рублевый пакетик. Вот и все. Заказу конец. Кто слушал, молодец. Кому было полезно, ставьте лайки. С вами была Конова Аня и проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео.